Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о прекрасном первоцвете крокусе, или еще его называют шафран. Крокусы зацветают после первых подснежников и пролисков. Это, можно сказать, одно из самых первых растений весны. Цветут от 15 до 20 дней луковица. Она дает несколько цветочков, может от 2 до 5 цветочков одна луковичка дать. Лучше ставить ее где-то в притененное место, там, где она не так быстро раскроется и отцветет, и чтобы тепла было поменьше. То есть, если в природе, она выдерживает минус 10. Шафран – это самая дорогая в мире специя. А крокусы – это родители этой специи. То есть вот в цветочке вот эти тычинки собирают, и таким образом мы получаем специю. Представьте, сколько нужно собрать этих тычинок. В дикой природе крокус растет там, где ему удобно. Мы же его высаживаем в земле, которая содержит в себе это вермикулит, перлит, песочек и универсальная земля. Перемешиваем один к одному, высаживаем луковичку, слегка не углубляя очень, чтобы ее видно было, и проливаем немножко почву. Когда нам дарят вот этот великолепный кустик крокуса, как мы его сохраним до следующего года? Сразу же, когда он отцветает, это, как я вам сказала, 18-20 дней, мы ставим его где-то в притененное место, прекращаем поливать, даем возможность подсохнуть. Через неделю мы отрезаем все пожухшие листья, вот этот кустик или кустики, и ставим его где-то в укромное место. Вообще советую коробочку взять и в эту коробочку освободить от земли луковички, сложить, подсушить и дать возможность им отдыхать. Крокус предпочитает солнечное место, но перед тем, как в августе мы высаживаем луковицу, мы ставим на неделю луковичку в коробочке в холодильник. Таким образом, на следующее цветение будут прекрасные, обильные цветы. В августе месяце высаживаем луковицу на грядку, и таким образом она проходит зимостойкость и весной, как первоцвет, зацветает. Если не соблюдать эти технологии, не пересаживать и не выкапывать луковицу, мы на следующий год можем не найти крокус. Многие говорят, где-то посажен был и нету. Луковица крокуса может либо сгнить за сезон, либо уйти в землю. Вредителей, как таковых, у крокуса нету, так как это первоцветы. Единственное – замыкание луковицы. Сегодня я рассказала вам о первоцвете, прекрасном, нежном, и еще и о специи. Всего доброго!